извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Тут, кстати, торговец оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Так что, если что, надо, правильно, доченька. Помогите старику выжить в наше нелегкое время. Прикупите пару стволов. Ну что там? Сообщили, что выдвинулись. Дороги скоро должны быть. Отлично. Ты в катакомбах бывал? Саня, как там? А что там, да проходили дома? Как-то. Древние церковные катакомбы. Обстановка. Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Это еще кто? Ух ты! Наши-то как быстро домчали! А ну-ка проверь, на всякий случай. Пароль. Состава! Старый пароль. Голос знакомый, черт, не могу вспомнить. Стоп! Да это Ресницкий. Сюрприз. Нет, Анечка, я вас не предавал. Просто вам я никогда не служил. Нет! Эту с собой. Все, живо, уходим.